цей хлопець переконаний, йому під силу повернути журі віру у співочу Одесу. У мене є талант. I've got a talent. Мене звуть Максим Королядик Дос. Я пішов виконую експериментальний альтернативний реп. Я без ложної скромності хочу о собі сказати, що, скажімо так, моя музика не достойна движення в масці. Він пише такі тексти. Он привел нам несколько текстов с английского на русский. Мама читала, она говорит, это что-то на уровне Высоцкого и даже, может быть, и выше. Я себя чувствую сильно талантливым. И мне люди так говорят. Я не стесняюсь своего таланта. Но это не значит, что я буду всем говорить налево и направо. Я талант, и целуйте мне оба. Максиму залишилося тільки вийти на нашу сцену, і про його талант дізнається вся Україна. Здравствуйте. Максим, а с чем вы пришли сегодня? Я пишу и исполняю экспериментальный альтернативный рэп. Что это такое? Я исполняю квадрат через квадрат, русский через английский. Все это называют бэками, но я это называю два плюса. Допустим, есть минусовка, а есть плюсовка. Я придумал новый метод. Это не смешно. Я придумал... Нет, это смешно, честно. Это не смешно. Не, ну заметно, что, да, что мы в Одессе. Скажіть, будь ласка, ви звідки? Просто я з Одеси. З Одеси. Я з Одеси, а що? А ви откуда? Я дійсно серйозний чоловік по житті. Це дуже странно. Скажіть, будь ласка, другу річ можна запитати? Та спросіть, що хочете, мені на все відповідь є. У вас є музична освіта? У мене нету, ну і що? Щоб писати таку музику, не обов'язково мати музикальне образування. Ну що смішного? Ой. Вроде бы серьезные люди, работаете на телевидении. Знаете, мне в мире людей с непонятным чувством юмора и в институте хватает. Но не хочу перечислять, потому что... Ну что в этом смешного? Папа, кстати, не ругай меня дома за то, что я это сказал. А да, папа тут есть? А папа тут есть, просто он мне сказал кое-что не говорит, но я все это сказал уже. Так что, вот, понимаете, мне просто с ним жить дальше, а с вами я вот, ну да, не говорить. А может, він краще поспеває? Значит так, насчет one, скажите, что включили фонограмму. Окей. Что в этом смешного? Я не понимаю. Что в этом смешного? Что в этом смешного? Я еще аплодисментов не заслужил. Повторний. Такого персонажа у нас би не було. Окей, okay, are you ready? Yeah. You all ready? Окей. Okay. So, let's take it straight to the action in 3, 2, 1. Опуститесь на колени, знаете меня, жестоко влиятеля, которого вы боитесь, как огня. Down to your knee, know me, MC, Cryolabic, start to show me what you're gonna see. In world of no witness, and fuck it up too, yeah. Multi-language, no, I keep coming back. Ну что, друзья, поехали. Был тут один случай, было дело одно. А чиксы все меня подумали и игнорили давно. Once upon a time, it was not long ago. Ну и чем же вам не понравилась моя музыка? И чем же вам не понравилась моя музыка? Максим, давайте. С вами... Я жду аргументированной критики. Нет, я это просто так не оставлю. Я вам не скажу за всю Одесу, но мне категорично не сподобалось. Аргументую, чому. Я не зрозумів, що ти взагалі співаєш. Я говорю нет. Ну и говорите нет, мне ваше мнение ничего не изменит. Я тоже говорю нет. Все, Игорь, хорошо. Я это просто так не оставлю. И я кажу не. Я это просто так не оставлю. Вы думаете, все кончено? Я еще вернусь! Максим разлючен. Він вважає, що його просто засудили. У них просто може не бути смаку. Значить, они вообще аматоры, они не профессионалы. Думал, на телевидении работают профессионалы, а не аматоры. Я это просто так не оставлю. Извините меня, я шесть месяцев, извините, занимаюсь музыкой. Пусть это и мало, но извините меня, я уже аматорский уровень вот так вот перерос. Я подниму общественность, я позову газеты, я еще раз позову журналистам, и мы подавим мейнстрим. Я вперше, у мене дійсно, мені досить, що зараз він мене просто прим'є тут. Думайте, все кончено, я ще вернусь.